Ребятки, привет всем, с вами Мультиджогер. Я купил машину. Я взял себе Гольфа GTI, лимитированную версию 35-ю. Это у которой там начинка от Airline стоит и передний привод. Но машина не совсем в идеальном состоянии. Ее будем корчевать. Я думаю, вы все понимаете, что это. Она будет как проект. Уже сегодня поеду, куплю новую резину на нее. Потому что сейчас я вам покажу, что там за резина. Вообще, сейчас покажу немного эту машину. Вот. Но я думаю, по подушкам уже сразу понятно, что с ней не так. Вот это вот, все эти детали, все это есть. Ремни тоже есть, их надо только поставить. Ну, вот это перешить, 17 тысяч стоит. Ну, либо просто вставить ее и наклеечку сюда бахнуть. Вот. На роботе, на DSG. Двигатель тут двухлитровый, турбированный, 235 лошадиных сил по ПТС выдает. Звук тут просто что-то с чем-то, с прогоревшими катализаторами, точнее с вырезанными. Но сейчас я вам покажу резину и расскажу, или даже тоже покажу, как она едет на этой резине. Так, в общем, мы сейчас дождемся Вову и уже поедем за резиной. Брать я буду Bridgestone, мне посоветовали по Тензу 003, либо 002. В общем, ну вот мы подъехали в Пинавто, сейчас пойдем выбирать резину, и дай бог то, что будет та резина, которую я хочу себе поставить. Мы звонили, говорят, две позиции есть, ну сейчас узнаем, нам тут сделают скидочку, поэтому мы сюда и приехали. Я вообще собираюсь снять тест-драйв на Дукати. Либо на BMW S1000 RR за 3 миллиона рублей. Вы там выберете, какая вам больше нравится. Я уже буду общаться с хозяевами этих мотоциклов. Но я думаю, на Бэху за 3 ляма мы точно снимем. Потому что я на ней катался сколько раз. Она просто... Ну, лучше мотоцикла нет. Ну, конечно, столько бабок вложено. Это, наверное, самая дорогая BMW в России, я думаю. Потому что больше туда ставить нечего. Там стоит все. Меняем резину, да, братан? Так, дневник не хача. Нет, гольфача. Дневник гольфача.
часов ночи я решил на своей ласточке поехать на море в Ольгинку. Я надеюсь, то, что машина меня не подведет, и мы все спокойно доедем без каких-либо проблем. Короче, вот этот Рафчик и Лексус меня обогнали. Я понял то, что за ними надо ехать. Короче, по трассе не люблю ехать один. Ну, когда передо мной никого нету. А тут такие ребята, которые в хорошем таком темпе, в режиме езды едут. Я вот решил за ними держаться. При всем желании я их могу спокойно обоих обойти. Это Lexus 2.5 и RAV. Либо 2.0, либо 2.4. Ну зачем это делать? Мы же не на мотоцикле.